безоблачным утром. В начале июня на теплом крылечке лежала кисуня, скучала, зевала, да лапу лизала. А мимо кисуни крысуня бежала. Сказала крысуня: «А что за манеры? Скажите, ну кто так зевает без меры? Пора вам запомнить, пора вам понять, что лапою нужно свой рот прикрывать. К тому же какая привычка дурная облизывать лапы, покоя не зная. Пора вам запомнить, пора вам понять, на лапах микробы, нельзя их лизать. К тому же ужасная поза, не так ли? В ней гордости нет, дорогая, ни капли. Пора вам запомнить, пора вам понять, на улице нужно красиво лежать». Безоблачным утром в начале июня на теплом крылечке лежала кисуня, зевала, скучала, тихонько урчала. Внутри у кисуни крысуня молчала.